Итак, всем привет, Арсений, магазин Тукэмп, наши столики, наши любимые для лодок, не только столики, но теперь, скорее всего, в ближайшее время ящички. Вот, данный ящик для эхолота был предложено сделать Алексеем. Алексей, привет, видео, в принципе, для тебя снимается, чтобы ты оценил и сказал да-да, нет-нет. Вот, от чего, в принципе, дальше писать будем. Вот, столик еще не до конца доделанный, то есть нету. Здесь будет задний бортик, здесь будет бортик вот на этой столешнице, но об этом чуть позже. Вот. Ну, суть, в принципе, ящика такова, то есть нужен есть эхолот, есть аккумулятор, и все. Это хотелось, чтобы стационарно, уже без лишних заморочек, фиксировалось и устанавливалось в одно место. Ну, которое можно было спокойно транспортировать без боязни то, что ваш дорогостоящий эхолот повредится. Вот. Вследствие чего был разработан вот этот ящик. Алексей предложил свои размеры. Пляшу только от его размеров. Сейчас размеры показывать не буду пока что. Это будет в следующем видео, когда я все полностью доделаю и уже оттестим данный ящик. Ну, пока что видео тестового варианта. Вот. Суть заключается в чем? Есть у нас эхолот, который мы устанавливаем, естественно, сверху. Вот. Естественно, постоянно его откручивать, закручивать, относить, искать место, где мы его будем хранить, ну, это достаточно проблематично, и в большей мере оно, ну, рано или поздно приводит к тому, что мы эхолот куда-то теряем, роняем и т.д. и т.п. Вот. Прикрутив сюда эхолот в данном ящике, мы можем его совершенно спокойно сложить обратно в ящик, вот, и он у нас находится вот здесь вот внутри ящика. Вот. Долго искал, думал по поводу петель, вот, которые можно было бы сюда установить, потому что градус тут получается открывание дверки 270 градусов. Скажем так, на нашем рынке я полазил, ничего похожего не нашел, точнее нашел, но ценник одной петли, только одной петли, 500 рублей минимум. Лазил на AliExpress, на все остальные, ценник, ну, на 100 рублей ниже. Вот. Ну, я подумал, что смысла нету, надо искать альтернативу какие-то. И в данном случае я воспользовался идеей своей же, которая была разработана в столике для лодок ПВХ-13М с дядькой, с Евгением из Бугульмы. Кстати, Женя, если смотришь видео, ну вот, тебе привет. Ну вот, мы сделали здесь две забивные гайки. Ну, скорее всего, они потом поменяются местами. Барашки будут снаружи. Здесь просто тестовый вариант. Бортики подниму немножко, чтобы забивные гайки здесь не торчали. Вот. И, скорее всего, эти забивные гайки в дальнейшем будут с внутренней стороны, а барашки снаружи. Вот. То есть их будет более удобно закручивать, вот, фиксировать и все остальное. Вот здесь будет одна защелочка, которая будет фиксировать в закрытом состоянии данную вот столешницу. И вторая защелка, не исключено, чтобы она не мешала, она будет находиться с задней стороны. Вот, следующее видео, ну, это, скорее всего, уже будет через неделю, потому что мой деревенский командировка заканчивается сегодня. Вот, руки только вот вечером дошли до всего этого. Вот. Но, на мой взгляд, я когда собрал всю вот эту вот конструкцию, я скажу честно, что я был очень и очень ею, ну, в принципе, доволен даже уже в этом виде. Вот. Вес ящика, ну, попозже немножко выложу. На данный момент, мне так кажется, по весу около 3 кг. Потому что здесь используется девятка и только... Вот эти части 15-я фанера, ламинированная финская, которая, ну, без 15-й фанеры тут никуда. Почему? Потому что здесь будут фиксироваться защелки, вот, а саморезы, ну, на 8-миллиметровые саморезы немножко не камильфо устанавливать. Это все, может быть, в дальнейшем это сделано на заклепках, но пока что вот 15-миллиметровая фанера.
в которой хорошо все будет фиксироваться и держаться. Задняя стенка, как видите, у нас тоже девятка. Ну, в дальнейшем все вот эти края, торцы, все я обработаю. Все будет аккуратно, красиво, покрашено акватексом для защиты от влаги и всего прочего. Ну, по крайней мере, те, кто смотрит это видео, можете уже какие-то планы строить. В ближайшее время этот ящик в любом случае появится у нас на сайте. Вот, поэтому не пропустите новое видео, подписывайтесь на наш канал. Вот, много столиков различных у нас есть на сайте. Вот, делайте ваши предложения. Мы все, я лично, все эти варианты рассматриваю. Самые интересные идеи мы стараемся реализовать. Вот, и в дальнейшем их можно найти у нас на сайте. Поэтому подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Кому что не нравится, нравится. Я всегда рад тем людям, которые говорят: да, Арсений, да у тебя херня полная. Ну, вот. Без этого нам дальше двигаться некуда. Поэтому еще раз подписывайтесь, оставляйте комментарии. Меня зовут Арсений. Понравился ящик? Несомненно, ждите следующего видео. Через неделю будет уже завершенный вариант. А пока что рекомендую.